Готов к труду и обороне. На стадионе «Урожай» ученики школ городского округа сдали нормативы ГТО. Знаки отличия принесут старшеклассникам дополнительные баллы для поступления в высшие учебные заведения. Как ребята справились со спортивными упражнениями, узнала наша съемочная группа. Самые первые этой осенью свои спортивные возможности продемонстрировали ученики 46-й и 27-й гимназий. Старшеклассники сдавали бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину и многое другое. За правильным выполнением всех нормативов следили судьи. Это уже как бы духовная даже составляющая. Человек проверяет свои физические качества, такие как ловкость, скорость, выносливость, гибкость и другие. И, соответственно, он уже непосредственно на выполнение норм демонстрирует. Их. Если что-то у него там слабенькое, что-то где-то нужно потянуть, обязательно можно пересдать и уже стремиться к более высоким результатам. Школьники показали все, чему научились на уроках физкультуры. Вместо оценок в журнале они получат значки ГТО. Всего их три – золотые, серебряные и бронзовые. Ученикам 11 классов они принесут дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. А для будущих абитуриентов это ценный бонус. Но не только ради льгот старшеклассники принимают здесь участие. В первую очередь они за здоровый и активный образ жизни. Я занимаюсь акробатикой, я делаю разные трюки, там сальто назад, сальто вперед. И, в принципе, у меня с физкультурой все хорошо. Ну, самое легкое для меня – это пресс. Самое тяжелое для меня – подтягивание. Настроение супер, все. Потому что спорт – это самое главное в жизни. Я каждый день делаю зарядку, это правда. Так что мне сдать не так тяжело, как, может быть, другим ребятам, которые не занимаются спортом каждый день. Всего на стадионе «Урожай» нормативы сдали около 50 учеников. Значки ГТО они получат в конце учебного года. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение.